Всем здорово, друзья! С вами Баба с яйцами под именем Анна, и сегодня я буду наказывать своих ученичков. Вот так вот, да. Потому что как бы 1 сентября наступило, и надо вот наказывать этих говнят. А то они здесь решили что-то делать, да? И чё? И чё? Оба! Получай, гадёныш! Тварь тупаня! Сейчас положу тебя, и тебе кобзда будет полная. Понял? 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 Так, раз, два, три. Оба! Минус один. Замечательно. Чтобы слушался меня хорошо на крючке. Понял? Понял? А иначе я приду и укушу за бочок. Вот. Ребят, в общем, пишите, как у вас... Началась школа, либо колледж, либо еще что-то, либо университет, как у меня. В общем-то, посмотрим. И что это за новые карты? Я на ней ни разу не был. Так. А можно как-то отпустить это, да? Или нет? Или нельзя? Или нельзя? Так. Да, отпустил. Хорошо. Так, я кемпер. Извиняюсь. Так нельзя делать, да? А куда он спрятался? Куда он спрятался? Дружок. Я просто даже не знаю, каким голосом изображать Анну. Анну, хорошую нашу девушку. Вообще, это мужик, по-моему. Я даже не знаю, ребят, это мужик или нет? Который просто под бабу косит. И мне как-то не нравится то, что никого я больше... Я видел там пацана, но я тупой. Нельзя задерживать кинжал. Их просто сразу бросаешь и все. Вот. Челика спасли. И, в принципе, это было очевидно. А как туда спуститься? Как туда спуститься? Как туда спуститься? А, чё? Как она это сделала? Вот так вот, нормально. Ага. Блин, а я не знал, что здесь столько много всего на этой карте. Жесть полная. Жесть жестокая. Жесть жестокая, так. И где? И где ты? И где ты? Блин, она выбежала просто. Взяла и выбежала. И что? Блин, почти попал. Это на самом деле сложно, дорогие друзья. Ну ладно, я думаю, что я с ней сейчас покончу просто. Вот так вот. Оба. Все. Так, надо будет потом кинжал. Да нет, ты что делаешь? Ну, а как ее взять-то? Так, поднять. Оба. Так, ладно, вторая на крючке, конечно, непривычно после деревенщины играть на ней, потому что мне хочется как-то ускориться. А я не могу этого сделать. Так, один геник починили, и зря вы это сделали, потому что я обнаружил вас, мои хорошие ребятки. Идите вы сюда скорее. Да, в ноты не попадаю. Или я дурачочек? Молодец, да? И где вы можете быть? Вы можете здесь заводить геник, да? Вы этого не делаете случаем, нет? Та-па-та? А мне кажется, вы здесь. Оба! Как я хорошо-то угадал! Как я хорошо угадал, дорогой мой дружочек. Так, куда мне себя повесить? Сюда, да, сразу? Вот так. Оба! Нормально. Спасли одного челика. Так, давайте все-таки сломаем генератор, а то он прям заведен очень сильно. Бам! Хорошо. Ну, хотя он не особо как-то повредился, да? Ладно. Она идет дальше. Смотреть за всеми. Дружочками. Вот она. Вот она бегает. Точнее он. Тупой, да? Блин, вообще. А вот сложно попадать. То есть, там даже если рядом попадаешь, то урон не наносится, да? Вообще хрену. Оба. Дурак. Оба! Хорошо, вот теперь сразил на расстоянии. Просто выгодно, офигенно. Мне этот маньяк очень, дорогие друзья, нравится. Ребят, записываю ночью, так что могу тупить и очень мало говорить, потому что, блин, энергии не особо много, еще плюс меня игра влечет, и я немножко погружаюсь в игру и могу просто молчать напросто. Так, они завели внизу геник, как я понял, да? И, в принципе, вот. А у меня кинжалик-то нет, надо найти где-то фигню, с помощью которой я могу... ну, собственно, пополнить их. Только не помню, где. В шкафчиках, да, где-то? А где шкафчики? А где шкафчики?
А, вот тут шкафчики. Вот как раз-таки они желтым подсвечены. Так вот. Неплохо. Так. Я понял. Спасли чела. Давайте возьмем как раз-таки кинжалы и пойдем дальше в путь. Почему я их зову кинжалами, если они топоры? В общем-то, непонятно. Что вы там делаете? Злая учительница идет вас убивать. Она не учительница никогда. Зачем я ее зову учительницей? Так. Конечно, она медленная, зараза. Очень медленная. Непривычно ходить вот так вот, да? Медленно. Тупой даун. Тупой. Тупой. Оба, хорошо. Так, и сейчас еще завершающим надо кинжалом бросить в нее, и все. И все будет хорошо. Так. Так, она будет перелазить или нет? Оба, хорошо. Блин, как же это классно сражать вот так вот их. Просто идеально, просто beautiful. Так, нигде рядом крючка нет? Есть крючок. Блин, вот так потихонечку, в принципе, можно их всех перевалить и мышеловку посадить. Просто замечательно, так. Только там они чинят и чинят эти геники, еще два геника, и в принципе вот. Но тем временем я тоже не отстаю, их благополучно вешу на крюки. Так, где это же ты там бегаешь? Что ты там бегаешь? Что ж ты там трешься-то, а? Блин, не успел взять обратно. Ну да ладно. Ну да ладно. Я что-то его потерял, да? Я что-то его потерял, дорогие друзья. Ту-ру-ду-ру-ду. Спасли опять чела. И этим я дебил. Ладно. Ладно. И спас. Ладно. Я понял. Дорогой мой дружочек. Просто повезло опять. Вот так вот, хорошо. Хорошо. Обойду. Так, и надо сейчас как-то с кинжалика его... Оба. Не попал. Не попал. Не попал. Очень плохо. Очень плохо. Все. Только его где-то очень, очень плохо. Так, ладно, поднимаю и быстро валюсь с этих досок. Так. Не-не-не-не-не-не-не, дружок. Не-не-не, дружок. Не-не-не, ничего у тебя не получится. Хоть я тебя вроде первый раз буду вешать, но да ладно. Оба. Так, кинжалики, хорошо. Так, ну все вроде повисят. Так что это очень-очень даже хорошо. Но один генератор, дорогие друзья, это слабо. Ну точнее, ну, для меня слабо. Они как-то оперативненько все заводят, и я забываю, в какой стороне что они делают. Да, вот спасли снова. И надо теперь его... Вот так вот, хорошо, попал. Надо его завалить. Надо его завалить любой ценой. Надо его завалить каким-то образом. Так, и где он? Где он? Так. И что ты пытаешься сделать? Оба! Хорошо, а? Вроде как сейчас должен помирать уже, дружок наш. Ага, пытайся, пытайся. Так. Оба. Хорошо. Так, минус один. Но тем временем, какая-то шмара куда-то запряталась от меня, да? Здесь вот. Один улетел на вертолете и, блин, плохо. Ну, ребят, я играю в эту игру. У меня там как бы в общем 20 часов, но я не играл в нее год. И сейчас вот только возобновил игру. И вот где они заводят генератор, для меня это большая-большая неизвестность. Но мне кажется, что вот либо этот, либо тот. Я ставлю ставку на этот. Нет. Один излечился уже, нормально. Очень медленная Анна. Очень медленная. Да, это он. Блин, да как они это успевают делать? Я хочу его убить. Я хочу его просто-напросто убить. Дайся мне, дружок. Дайся мне просто, дебил. Так, он будет от меня мантить как... Да, я понял. Хорошо. Хорошо.
Ага. А как они, собственно... А, они успели завести денег. Вот так вот. Получай. По щам. Хоть немножко еще пофармлю. Неплохо, неплохо, неплохо. О-о-о! Так. Оба. Неплохо. Так, они здесь заводили ворота, нет? Так, открыть ворота. А зачем... Нет, я не хочу открывать ворота. Я хочу их убить. Но я, собственно, не вижу никого, кого можно убить. Хм. Они, значит, открывают те ворота 100%. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так. А что он делает? Что он делал? Блин, повезло гаду. Ну ладно, ладно, догоню. Они открыли ворота, получается, я понял. Я понял все. Я понял, но я тебя успею, лаганый ты, поймать. У него просто очень большой пинг, и, наверное, из-за этого он ничего не может сделать. Так. Ну, собственно, никто тебе не поможет. Получается, минус троих сделал, один сбежал. Ну да ладно, эгоист. Не помог своему, и этому тоже не помог. Ну ладно, умирайте, ребятки. Вот этот какой-то у них первый, он вообще ничего никак им не помогал. Может, нубик просто. Вот этот улетел на вертолете, прощай. И вот тот сейчас тоже отправится. А что еще можно поделать на карте? Как пофармить очки? Может быть, дают очки, когда ты берешь кинжалы из ящика? Я даже не знаю, дорогие друзья. Но можно уничтожить вот эту штуку. Так что неплохо совсем, да? А вот за это, интересно, дают мне что-нибудь или нет? Давайте посмотрим. Нет, за это мне не дают никаких очков, но можно, в принципе, популяться вот так вот в тебя. Умирай! Учительница наказала всех, у меня только один отличник, который сбежал. Ну, в принципе, неплохо. Можно как-то закрыть ворота там, к примеру? Поздняя жертва, неплохо. Так, ну да, я с этими воротами уже ничего не могу сделать. А он сбежал через те, тот крысеныш. Ну да ладно. Она это припомнит потом. Но вертолете, на вертолетах многие покатались. И посмотрим, кстати, сколько нам дали очков за этот раунд. Мне кажется, не, ну, нормально, кстати. 24 тысячи, да? Конечно, не столько много. Раньше больше давали, возможно. Но я прям нормально их так вешал. Ну, 23, ладно. Ну, типа нормально. Мне кажется, типа у меня больше всех, да? Да, у меня больше всех, так что я самый красивый, самый молочный, а просто муа, конфетка.